видно, что у ребят огонек, они готовы. В принципе, они готовы уже прямо сегодня выступить. Вот эту нам недельку еще продержаться просто на этой же на таких небольших нагрузках. И мы думаем, что в этом году выстрелим. В понедельник, то есть за неделю до окончания, мы просто все тренировки заканчиваем. Чистый отдых, культурное массовое мероприятие.